Всем доброго времени суток. Приветствую вас на своем очередном видеоуроке, посвященном веб-дизайну и веб-разработке. И сегодня, друзья, мы с вами, наш с вами урок будет посвящен вот чему, как мы его построим. Во-первых, сразу скажу, забегу вперед, что сегодня мы с вами не будем писать код. Мало вы что-то, ну, что-то новое вы сегодня вряд ли узнаете. Я сегодня обрисую планы наших ближайших уроков, которые мы, собственно, будет выходить. Итак, мы с вами на последних уроках изучили основы, не все, но основы, такие важные столпы объектно-ориентированного программирования в PHP. Вот, обсудили самые важные понятия. И сегодня, ну, собственно, с сегодняшнего дня мы начнем с вами разрабатывать. Сегодня-то нет, повторюсь, не будем. Сегодня мы план обрисуем наших действий. Начнем разрабатывать приложение. Еще одно приложение писать, но уже в рамках как раз объектно-ориентированного программирования. Зацепим все темы последние, которые мы с вами обсудили до сегодняшнего дня. С чем связано это приложение, почему я решил его написать, да, ну и на какую тему оно будет. В уроке под номером 75 уважаемый слушатель Андрей Титов, не знаю, является ли он сейчас моим подписчиком или нет, попросил меня, собственно, создать такое вот приложение, да, то есть авторизация Андрея интересует, и, собственно, сам личный кабинет. Ну, собственно, вот хороший повод создать вот это приложение. Вот, и, собственно, этим мы с вами и займемся. И еще одно пожелание я сюда подцеплю в это приложение. Один из слушателей также написал мне, если я не ошибаюсь, по-моему, в социальной сети, точно не в комментариях, а именно в социальной сети или даже в обсуждении на моем канале на YouTube, попросил меня сделать следующее, значит, вот цитирую, у меня запись его есть. Камиль, доброй ночи, сделайте, пожалуйста, урок по практическому использованию PHP на примере написания такого скрипта. К примеру, пользователь вводит в поле имя, ну, наверное, логин, да, мы будем с вами вводить. Если такого имени нет в базе данных, да, то показывает соответствующая надпись. Ну, я повторюсь, под именем я буду подразумевать все же логин. Вот, то вводится соответствующая надпись, такого имени, такого логина не найдено, да, или соответствующая, и показывает соответствующую картинку. Если в базе данных вводимый логин есть, да. То есть, например, если мы вводим логин Вася, да, то выводится картинка с надписью Василий, что-то в этом роде, да. Вот, ну, то есть, по сути, как с аватаркой это будет происходить, как аватарка, да. И попросил еще использовать меня MyAdmin, чтобы понятно было разобраться, как работает и так далее. Вот, по поводу MyAdmin я постараюсь это реализовать. Ну, саму реализацию я беру, конечно же, в работу. По поводу PHP MyAdmin я постараюсь это реализовать, не обещаю, но все же, да, повторюсь, постараюсь это сделать. Почему постараюсь? Ну, потому что PHP MyAdmin я, например, пользуюсь очень редко. Мне как-то привычно писать свои SQL-запросы, чем создавать это все дело в конструкторе, ну, просто потому что это полезнее, хотя и никто не отменял вред работы в PHP MyAdmin. Итак, собственно, у нас, повторюсь, есть две идеи. Первая – это личный кабинет, и вторая – это вот такая вот авторизация по логике, которую я продиктовал. Ну, я еще это повторю во время реализации непосредственно. То есть мы с вами вот такой вот небольшой кабинет создадим. Вот, теперь давайте напишем, ну, небольшой, что ли, ТЗ. Да, небольшой ТЗ для себя. Громко, может быть, называть его ТЗ, но все же мы это напишем, чтобы перед глазами он у нас был. Итак, будет у нас называться модуль, да, не будем называть это приложением, это некий модуль, который будет называться личный кабинет. Значит, что там будет у нас? У нас там будет форма авторизации, то есть первое, мы заходим, да, на какой-то URL, да, я, наверное, буду делать не на локальной машине, а буду делать реально на каком-то поддомене, чтобы было интересно.
Значит, пишу, у нас должна быть форма авторизации в личный кабинет со сменой аватарки. Это вот просьба одного из моих слушателей. Честно говоря, не знаю, является ли Андрей и, собственно, данный слушатель моими подписчиками в данный момент, потому что просьба была давно. Я, конечно, прошу прощения, что я затормозил, но уже я считаю лучшим это дело все-таки сделать рано или поздно. Так, что дальше будет? После того, как мы вошли, мы попадаем на главную страницу личного кабинета. Что там будет? Ну, мы подумаем, но я предполагаю, что там будет, ну, например, какая-нибудь информация, да, о юзере, или даже нет, не информация, это будет какая-то общая статическая информация, в принципе, это не сильно важно. Там, не знаю, например, симулируем интернет-магазин, где будет, не знаю, все заказы, там, магазина или все заказы пользователя, покупателя и так далее. Ну, посмотрим, в процессе разберемся. Дальше что будет? Что я предполагаю? Страница управления пользователями. Да? То есть, как со стороны админа, так со стороны, например, менеджера. То есть, опять же, как я планирую, как хочу сделать. У нас есть админ кабинета, да, у которого есть все права. Есть, например, менеджер магазина, который, например, не может создавать пользователей. Да? Он может только, не знаю, одобрять заказы и так далее и тому подобное. Значит, страница управления пользователями и список заказов. Повторюсь, это ТЗ, оно такое очень грубое, да, то есть мы, может быть, его немножечко поменяем в процессе, благо, что это нереальная разработка, нереальный заказ, плюс, может быть, еще от вас какие-то будут пожелания небольшие. Вот, посмотрим, что у нас с вами будет. Так, список заказов, покупок, то бишь, да, то есть мы будем видеть информацию о заказе, список товаров, сумму, да, и можем посмотреть конкретный заказ и, наверное, даже конкретный товар, тоже посмотрим. Так, дальше что мы будем использовать? Мы с вами будем использовать, понятно, что PHP, давайте так напишу, используемые технологии, используемый стек технологий. Так, PHP, прошу прощения, MySQL, зачем я табы ставлю? MySQL, ну, HTML, CSS это не обсуждается, понятно, Bootstrap, я пишу отдельный вот HTML, CSS, jQuery, ну и, наверное, какой-нибудь Angular еще добавим, попробуем. Все же мы его проходили. Так. Ну, вроде бы и все. Вроде бы вот наш стек технологий, который мы с вами будем использовать. Вполне стандартный, обычный, ничего здесь сложного нет. Ну, Angular появился, да, мы все же его изучали. Давайте попробуем его на практике применить. Вот. Что у нас будет дальше? Какие у нас будут... Ну, да, последнее, что мы сегодня сделаем, это структура базы данных. Я ее сейчас опишу просто пока что таблицы. А вот со следующего урока мы с вами уже будем эту базу данных проектировать. Структуру базы данных. Значит, таблицы пользователей. Пользователи. Да? То есть админ, менеджер, покупатель и так далее и тому подобное. Каждый, понятно, будет свои права. Пользователи. Дальше таблица роли. Дальше таблица будет с заказами. Будем, повторюсь, имитировать интернет-магазин, заказы. Так, ну и таблица с товарами будет. Вот, и еще будет у нас таблица, наверное... Наверное, я так сейчас подразумеваю, у нас будет связанная таблица заказы и товары. Товары. Вот. Что-то в этом роде. Вот такая будет структура. Да, и еще одну вещь, которую я не
обозначил подход к разработке. Мы с вами будем разрабатывать простое приложение, да, вне, без фреймворков, но по, с подходом модель View Controller. Я думаю, вы слышали эти три волшебных слова. Очень популярный подход в разработке приложений. Немножко кратко о нем, и на сегодня закончим. Итак, в чем же суть? Суть в следующем, друзья. Суть модель MVC, подхода к разработке программного обеспечения. Суть этого подхода в следующем. Приложение разделяется на три крупных компонента. Модель, view и контроллер, как вы догадались. Каждый из них отвечает за свою задачу, за свою глобальную задачу. Модель отвечает за работу с данными, да, то есть в ней будет храниться вся бизнес-логика, то бишь все запросы, все общение в кавычках с базой данных будет находиться именно в модели. View, соответственно, это view отображение, то есть это верстка, это, собственно, то, что будет видеть клиент, да, то, что мы с вами будем видеть на экране браузера. И контроллер – это некий плацдарм между view и моделью, да, то есть пользователь запрашивает так или иначе какой-то ресурс, например, там все заказы мы хотим посмотреть или так далее, да, то есть, ну, выполняет какой-то запрос. Я имею в виду не SQL, а просто он выполняет к серверу какой-то запрос, да, мне все заказы. Собственно, контроллер этот запрос применяет, обращается к модели, говорит модели, дай мне вот, это, вот, вот эти данные, да, и модель, собственно, эти данные из баз данных отдает и отправляет во view, то бишь на отображение. То есть контроллер это тот самый инструмент, та самая ветвь, которая отвечает программно. Да, я сейчас все говорю очень грубо, стараюсь простым языком говорить, не используя глубоко технические термины. Контроллер, в принципе, это та ветвь приложения, которая отвечает на капризы пользователя, так скажем. Да? То есть пользователь захотел смотреть список заказов, контроллер этот запрос принял, ага, дал список заказов. Пользователь захотел посмотреть список там, товаров или одного товара, контроллер этот запрос принял, как там обработал его, и, собственно, пользователь получил то, что он хотел. То есть не подумать, что пользователь обращается именно к контроллеру, да, пользователь не знает, как он обращается. Он на кнопочки нажимает, там, на ссылочки переходит и так далее. Но если такая подноготная, да, если глубоко смотреть, то именно контроллер на все эти действия пользователей будет отвечать, будет на них реагировать. Вот. Ну что ж, вот такое вот мы простое элементарное ТЗ, хотя ТЗ его тоже называют, конечно, слишком громко, слишком я очень много на себя взял. Вот такой вот мы бриф работ, наверное, да, так составили для себя. И, собственно, со следующего урока мы с вами начнем это приложение разрабатывать. А займемся мы, конечно же, перво-наперво структурой базы данных. На следующем уроке мы с вами создадим структуру базы данных, проверим ее. Вот, я вас призываю активно подключаться к этому, искать какие-то ошибки у меня, может быть, уже даже сейчас. Может быть, я какие-то ошибки совершил, потому что, ну, никто не безгрешен, как говорится. Тем более, все это я рад делать для вас. Для себя, конечно, какая-то мотивация, но все же стараюсь отвечать на ваши запросы. То есть я теперь являюсь, не теперь, а я уже давно являюсь вашим контроллером. Вот, и генерю модель, и YouTube является, так скажем, вьюхой. То есть тем, что вы видите на экране. Вот такая вот. Не очень хорошая, но шутка была не очень смешная. Ладно, это все аллегории, это все так о себе разговоры. План работ мы с вами обрисовали. Надеюсь, он вам понятен. Ну и, собственно, на сегодня все. Услышимся с вами на следующей неделе. Думаю, ничего не должно нам помешать. В субботу, в следующую, 9 декабря вечером, начать разрабатывать наше приложение или ООП, да, ну тут, конечно же, я не писал, что здесь ООП, но MVC в принципе подразумевает себе ООП, поэтому я здесь даже не дописал об этом. Да, все, на сегодня все, всем спасибо, оставляйте свои пожелания, комментарии у меня на сайте, на канале, пишите вопросы, и всем пока. Кат.